Машинка градовая. Вот такая красота. Это Шкода Фабия, по-моему, да? Ну вот, на крыше, конечно, прилично этого всего. Самое обидное то, что град, если раньше был ученический, то сейчас градины некоторые прям, во-первых, острые, а во-вторых, размером крупным. Вот. Как бы тут особо вызывает, так сказать, трепет и волнение. Ну ладно, поснимаем. Сейчас вот видны, так сказать. И побило хорошо. Ладно, дальнейшее снимать нет смысла. Всем все понятно, да? Вот он, главный научный привет. Сотрудник. Привет. Мой сыночек дорогой приехал помогать. Вот, была острая вмятина здесь. И уже она почти. Приблизительно в одном ракурсе сделали. Сейчас переставляем свет и смотрим ее с другой стороны. Потому что с одного ракурса это не делается. Так, подвесик сюда. Получается у того, кто ничего не делает. Ну да, это точно. Что-то делать, всегда все получится. Да, или другое, если долго мучиться, все равно получится. Ну вот, частично уже процентов на 30, на 40 крышу сделал, то есть одну треть. Вот осталось еще вот этот хвостик добить сегодня, и хорош, что-то я уже подустал. Крышу уже сделал. Засвечивает камера, конечно. В общем, снимать тут особо нечего, потихоньку. Сначала на грубую, потом, так сказать, идет как бы дочистка на более тонкую. Лампа, конечно, засвечивает все. Ну вот, в тени видно вмятинки. Снимать, конечно, профессионально такие вещи надо, чтобы было видно. Но тут сейчас не до съемок. Надо работать и работать. Вот потихоньку уже двигается дело, уже за серединку дошел. Ну тут, конечно, что-то снять красиво не получится, но вот так вот как бы видно, что тут уже ровненько у нас. А тут еще надо поделать.
Продолжаем. Видно, да? Вмятины. Так, надо, наверное, ближе пододвинуть. Ну вот как-то так. Сейчас будем их делать. Доделываю. То, что не доделано. Где-то тут пооставались, скажем, неудобные места. Вот я их показываю. Там, по каким-то причинам. Я просто не стал заморачиваться. И взял их, попропустил. А сейчас как бы дочищаю его. Вот. Где-то надо подпробить. Где-то чуть еще поднять. Опять же, в другой проекции свет. Надо доделать, как бы, чтобы со всех сторон было аккуратно. А так, сейчас они видны. Вот, и его и доделываю. Вот. Где-то подпробить, где-то чуть подподнять. Вот. А в общем и целом все нормально. Работа движется, конечно, медленно. Вот, где-то вот такие вот вещи. Как вот это вот. Ну, будем их доделывать, развязывать. Ну, уже как бы большая часть работы сделана, уже попроще. Продолжаем чистить мелочевочку. Вот еще есть то, что было пропущено. А так уже попадаются отдельные вот моменты, но это уже как бы мелочи. Вот. Дочищаем крышу от мусора, от этих ямок. Вот одна сторона уже завершена. Смотрим во вторую. Слегка тут продолжение. Угу, слышу. Это насчет града звонят по скайпу, ребята. Ну, тут еще надо подправлять. Ну, в принципе, вот это вот уже на улице особо бликовать не будет, ее видно не будет. Даже сейчас вот в лампе не особо видно. Ну, ничего, подправим, подправим. Ну вот, дошла очередь и до капота. Там он на улице слышно. Как матюгальник ездят службы, предупреждают, оповещают, что тут
Так и так. Град, ну уже град пропустили. Уже он прошел. Теперь уже, как говорится, делать. Ну, что поделаешь. Кто не спрятался, мы не виноваты. Вот. Продолжаем работать. Вот отдефектовал капот еще сам уже. И теперь потихонечку чищу, чищу, чищу. Вот он капотик наш. К сожалению, здесь ничего у меня не получилось. Вот она вмятина. Здесь как раз жесткость и залита герметиком. Пока я ее оставил, посоветуюсь, как говорится, с друзьями. Вот осталось тут немножко. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. И вот она шесть. Тончайшая маленькая. Вот. Добить надо сегодня, хоть уже и пол восьмого, но надо доделать. Эти вмятинки, чтобы, как говорится, закончить с этой машинкой. Вот, вот это все надо доделать. Эти тычки. Выезжает у нас. Уже закончился ремонт. Конечно, кое-где есть вот такие вот вещи. Вот они. Я сниму. Не получилось залезть. Тут приклеенная насмерть. А так. Ну, что тут особо снимать? Тут нечего. Все видно и так же. Все хорошо. Как тут не снимай, все нормулек.